Ну что, ребят, Андрес, всех приветствую. Мы продолжаем проходить Far Cry Blood Dragon. И, блин, игра прикольная. Внешне прикольно. По сюжету пока мне чуть-чуть так. Но много прикольных фич, которые нет в Far Cry 3. Да, и прикольно, мне это нравится. Мне игра нравится. Поэтому, если не видел прошлой серии, там в верхнем правом или левом углах подсказочка на плейлист и на прошлую серию. И ссылка в описании на плейлист, посмотри, пожалуйста. С самого начала данной игру, там вообще прям уф. Вот. Атаку, Саш, поудобнее, надевай пледик обязательно. Приятного аппетита, кто кушает. Приятного вообще пить или пить воды. Если не кушаешь, наложи покушать. Приятного вам просмотра. А мы, собственно, начинаем. О, привет! Так, остановились мы здесь с вами, да? Я телепортнулся. Сюда и нужен звук. О, ну 6000. Нет. Блин, мне бы, конечно, да. Здесь нету. Еба, вот это нам 100%. А как получить? Понятно. Так, ну, давай сначала до этого пройдем. Лично тут оружие дают, это типа интересно. Я вижу там. Понимаешь, что эти драконы могут играть как нам на руку, так и против нас. Мать, она просто сама заходит. Ладно, погнали. Осталось-то дойти. О! Это что? Намек на какой-то типа терминатор, не терминатор, намек, не знаю. Вот так, как будто намек на терминатора. На терминатор намек. Да, что такое? Ладно, let's go. Нахуй. Погнали, блядь. Пизду, я рот уж ебал. Давай, твари ебучая, блядь. Салфуя. Бля. Понял. Кушаем.
Где он, где он, где он? Где дракон-то, блядь? Держи. Где дракон? Взять. А где дракошка? Это выше есть он. Можно мне дракона сюда? Держи. Дракон! Еще ни одного дракона нету, да? Давай, кис-кис. Дракош, где, блядь? Шабаш задом наперед, все равно читается как шабаш? Невероятно! Это же все меняет! Защитите заложника, пока его насмерть не пристрелили. Ну, они двое идут. Салам алейкум. Пал, идет там. Thank you.
Могу, могу, сейчас подойду, блядь. Отлично, сюда, прошу. Подойди на минутку, а? Благодарю тебя от лица мира. Ублюдок. Блять. Блять. Я думал, я смотрю оружие, как в КС-ке, что-то в КС-ке затупил, F нажал, думал, блять. Даже давай дракона сюда приведем. Не жди-ка нахуй. Где же явно есть драконы, блять. Можно мне драконов хоть одного сюда? Ням-ням-ням. Даже не заспаунится здесь мне. Уена. Куда мы зашли вообще? Надеюсь, хоть флаги собирать не придется. Дракоша. Поехали. Забрал одно дерьмо, открыл другое дерьмо, получил третье дерьмо. Я тронут, ты спасаешь лучших. Здрасте, сержант. Невероятная эрекция на целую неделю. Теперь поехали туда на задание. Где оно находится хоть? Оно же здесь. Ну, отсюда лучше, да. Лучше, конечно, оттуда начать. О. Полный автомат какой-то есть. Поехали. А то вон... Нет, не дракон.
Ебать, хуйня, не оружие, конечно. Ну и кретин. Выстрел в темноте. Идите нахуй, блядь. Что это за бункер? Центр Хаузера Святая Святых и питомник, где мы разводим кровавых драконов. Питомник? Слон. И как только ты связалась с этим психом? После того, как советское вторжение остановили, взорвав Канаду, мы остались без дома. Слон позвал сюда, дал цель. Никто не ждал мятежа. Ладно, док, но в питомнике наступит тихий час. Задача — попасть в центр Хаузера. Бля, он застрял, что ли, ёбаный? Обожаю живот. Еще один сгорел на работе. Присылайте врача, я и его убью. Да. Я внутри, док. Многовато техники для питомника. Это не просто питомник. Здесь Слоун создает мозгоблоки для драконов. Пока на них мозгоблоки, они не нападают на киберсолдат. Разберемся. Уничтожь цеха мозгоблоков, Рекс. Увидишь дракона с мозгоблоком, стреляй по ингибитору агрессии на затылке. Хорошо. Скажешь. Они начнут вести себя нормально и смогут атаковать киберсолдат, а также реагировать на киберсердца и огонь. Уничтожьте прототипы мозгоблока. Ебаш. Вот это мигри. Вашу армию от радиоактивных осадков и подземных мутантов-каннибалов.
жуткие двери. Блядь, я застрял в коробке. Укоротил на голову. Уничтожьте последний прототип. Выполнена. Тревога. Тревога. Вторжение. Всему личному составу не допустить чужака к двери, ведущей в питомник. Комп, новая задача. Принято. Задача — открыть дверь бункера. Задача выполнена. Спрыгните на подуровень. Я что, самоубийца? Ты не самоубийца, а киберубийца. Прыгай. А побыстрее никак нельзя. Задача. Захватить огнемет и уничтожить кладки драконов. Тревога. Вторжение на нижний уровень. Не дать чужаку пройти в питомник и направить аварийные огнеметы на кладки яиц. Применять. А, вот это прикольная фича, что можно видеть. Несмертельные снаряды, чтобы не повредить кладки. Отставить! Внимание! Разрешаю уничтожить нарушителя. Люблю яичницу. Внимание! Настенные огнеметы используются только в чрезвычайной ситуации и по разрешению. При наличии сомнений воздержаться от использования. Удачи! Обожаю животных. Ну и кретин. Не, здесь только... Здесь только так. Thank you.
бекончика. Учтите, огонь только возбуждает кровавых драконов. С хрустящей корочкой. Это тебе. Интересно. Яичница, воля! Бля, это пиздец. Зря, нельзя бегать, короче. Тихонечко идем. Он с 3 хп отнимает всего лишь. Если два дракона ебанут, то будет больновато, пиздец. Не сделаешь яичницы.
Обалдеть! Не надо, пожалуйста. Странно, не ходит, ну ладно. Кто-нибудь хочет омлет? Задача. Дойти до лифта и выбраться. Тревога. Все гнезда с яйцами уничтожены. Зафиксирован пожар. Начать эвакуацию. Активирую самоуничтожение. Осталось 30 минут. 3-2-1! Срывайся, твою мать! Приятного дня. Дай-ка мне место этот рабаш теперь. Рабаша здесь прям не хватает, конечно. Да уж. Сколько можно тащиться? На кой черт такой лифт? Чтобы нервировать зрителя, тревога, приближается дракон. Это матка. Она в ярости, что сожгли ее гнездо. У вас не осталось времени, чтобы уйти на безопасное расстояние. Ничего не напоминает? Перекусим. Совет. Используйте турель. Да ладно. Лови-ка.
Предстартовый отсчет. Сайонара, слушай! Что вообще? Что было? Задача выполнена. Рекс, я все видела своими глазами. Невероятно. Нет, Дот, плачущие клоуны и собаки, играющие в покер. Это невероятно. А я делал свою работу. А мы на этом закончим, сохранимся. Всем за просмотр, такая селика была. Интересная игрушка, интересная. Прикольная, что-то новое. Подписывайся на канал, ставь лайк, тебе не сложно, мне приятно, спасибо заранее, кто это делает. В принципе, все, спасибо еще раз за просмотр, увидимся в следующих сериях. Давайте.